Всем привет, с вами Булкин, и это очередные, короче, новые приключения, новое шоу, новые приключения. И, как вы просили, многие фанаты поиграть в Самп. Я, как бы, играю в Самп-то давно, вот, Илья не хотел снимать никогда в Сампе, вот. Никита тоже играет в Самп, но вот, я, как бы, сейчас так иногда захожу, вот. На данный момент я на 10-м серваке, ник мой Марио Буэнос. Раньше я был Марио Марсинис, 18-й левел у меня. Вот. Чё? Вот. Я сейчас ни в какой фракции не состою. Был на 09-м серваке заведующим поликлиники Лас Вентурас. Это типа лидерки. А так, много сидел в ЛСПД. В полиции очень много сидел. Но это был на 09-м. В бандах был. По сравнению с 09-м серваком 10-й это просто, я не знаю, ну это так. Просто развеяться, мне просто на 09-м надоело, захотелось новых приключений. Вот, денег у меня 430 тысяч с собой, где-то 2 миллиона с чем-то в банке. Дома я постоянно не имею, потому что иногда забиваю на игру, и потом просираю его в голос. И нет смысла мне его покупать, я просто бегу от Лас Вентурас, этого... ЛВ, АВ, как его называют, Лас Вентурас автовокзал, до домов по ГОСу, покупаю этот КК ГОС, и беру машину и езжу. Вот. Значит, на этом серваке я не очень давно, вот, пришел, я хотел получить лидерку ЛКН, не получил, хотя заявка была хорошая, но он, нынешний лидер, кстати, там сейчас бомж упал, кстати, непонятно откуда, походу это читак, сейчас посмотрим, подбежим к нему, хотя, судя как, по всему, как он бегает, напишем-ка мы в репорт на него. Ну вот, надо бы запомнить, может его забанят сейчас. А, вот, такие дела. На этом серваке недавно на ЛКН лидерку хотел, не попал. Потом попытался на ЛСПД лидерку, тоже не попал. Вот, хотя тоже заявка была хорошая. В принципе, в ЛСПД мне было бы очень круто попасть, потому что я там разбираюсь во всем. Вот, в данный момент мне в игре как бы скучно, и я сейчас подал заявку на лидерство в байкеры. И сейчас жду, кстати, одобрения. Не знаю, там заявок мало. В принципе, моя тоже такая неплохая. Вот. Да и админ там толковый, который выбирает. Это, кстати, он в сети. Да, он в сети. Это Роберто Руссо, 381 IZ, 3 левел администратирования. Вот. Может, сейчас меня прям при вас поставят на лидерку, не знаю. Хотя вряд ли, конечно. Вот тут стоит Лагосенок. Ник Нилсон. 5 ID. Вот, ну сейчас бежим в дом. Купим и как-нибудь покатаемся, не знаю, поищем странных людей. Машина у меня банши, полтюн. Полностью деньгон, 27% я ее убил. Покупал где-то 88, еще на 09 сервере. На самом деле много в Сампе пережил, и аккаунт у меня взламывали 10 левела на первом серваке. Вот. Я не знаю, если не получу лидерку байкера, то пойду, не знаю, в ПД опять, наверное. Вообще играть редко тогда буду. Мы купили дом и сразу его продаем. Так сказать, очередная хитрость от Булки. Но машина вот эта банша очень хорошая, как бы. Мне нравится, правда, гидра здесь лишняя. Вот она, кстати. Но мне не очень нравится она. Была красного цвета с белыми волосами, но я последний раз был в отсек 9 рангу на этом серваке. Расформировка была, лидера сняли, меня тоже оттуда выпендрили. Кстати, на отсеку тоже хотел лидер получить, не получил. Вот. Поэтому сейчас надо будет ее обратно в красный прикрасить, мне не нравится этот цвет. Вот. Вон балосянки поехали, можно проследить за ними. Балосята, вон там один перевернулся, красавчик просто. Лиза, Дмитриева и... Кто там у нас? Сергей Юшкин. Наверное, в казино едут. Казино зло, между прочим. Я в казино просрал около 6 миллионов. У меня и ферма была своя, денег у меня было до хера. Я половину отдал и кубу Жене денег, он на хранение, чтобы я не в казино не проигрывал. Но я, в принципе, больше не играю. Нет, здесь, конечно, в плане РП, конечно, очень плохо все. На 10-м серваке. Поэтому я даже ничего и не говорю.
Так что, ну, время, как вы видите, 0.24. Правильно. У меня ломка. Наркотики, еще привычка с отсеков. Надо бы пройти этот. От наркозависимости. Точнее, ну да. Пытался дальнобойщиком поработать, но это как-то не мое. Мне не очень понравилось. Хотя, в принципе, деньги, говорят, делают хорошие, наверное. Но мне сейчас денег-то и не надо, у меня все есть. Машину чинить я не собираюсь. Бензин только съедает быстро. Вот сейчас 100, сейчас будет сразу 92, по 8 литров жрет. Потом вроде по 16 уж будет. Вот это будет совсем плохо. Вот. Ну, в принципе, вот такие дела. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это было близко. Вот 92 уже, кстати. Сейчас будем кататься, искать приключения. Чувак, осторожно! Сейчас бы меня еще за ДБ забанили, или какие-то ненормальные было бы. Так, ну сейчас мы по встречке без палева проедем, но ментов все равно нет, а господа еще лидера не поставили. Упал светофор. Это супермеханики! Дебил. Поедем, купим оружие у бандитов, посмотрим, как они будут реагировать на мое посещение к ним. Все равно мне делать нечего, может, с кем сольет крив, поедем, заедем. Побалуемся тут с оружием, побегаем. Ой, это было близко опять. Иду вот газ. Мужик, не можешь не вилять. На, я тебе попинку подрезал. Он улетел. Опа, там чувак. Че он мне побегал? Че надо? А, вот хорошо, красавчик. Рифа пустая. Ну ладно. Поедем к грубятам, не знаю. Грубянки. Осторожно. Спасибо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут людей с улицы берут, не то что на 09 сервере, поэтому я не знаю. Будем орать тупо. Все равно у них тут не ПРП, все равно все. Да не нужны никому нарко, господи, как вас таких держат-то? Ну и... Ли. О. Почему 50 патронов, я его спрашивал. Дигла. Пошел смотреть расценки. Сейчас он АФК, значит, он заходит на сайт, не помню, нифига. Чувак продолжает флудить. Кому нарко дешевая для житок. Я не понимаю, что это значит. Ну что-то, наверное, на нигерском. А мы будем наблюдать дальше на тем, как чувак тупо ищет, нашел. Сейчас скажет цену бешеную. Но и мне не жалко, в принципе, я это куплю. 5 на 2, 2200. Да, 2000. 1000 за 20. Что-то неправильно мне с математикой. Сейчас посмотрим, как у него с математикой. Может попробовать надурить. Я заранее приготовлю ацетган команду. Это Игорь, поехали. Кого они набрали в банду? А, он за 2500 предлагает. Вот такие. Вот сейчас я его сразу и убью здесь. Если он мне продаст нормально. Кто-то считать не умеет. Или я туплю, подождите.
Ну это моя сейчас была ошибка. Походу он был прав. У меня с математикой туго. Ладно, возьму. Надо мне нравится, как меня там изучивиться. Ладно. Это был мой косяк школьный сейчас. В школе плохо учился. И в поле же, видимо, буду плохо учиться. Ладно, потратили только что 2500 на оружие. Сейчас будем искать приключения на свою задницу. Надо еще заправиться, кстати. Так, так, так. Так, так, так. Shake your move. Shake your move. Ведь. Так, так, так. Так, так, так. Shake your move. Так, опа, стоп, почем у него бензин? О, наши цены. Хороший ник, чувак. Ну, давай, давай, быстрее, заправляй. Ну, сколько у него реакция будет идти? Давай, давай. О, ну, в принципе, неплохо. Он справился за 16 секунд. Опа. А вот за это, в принципе, на 09-м серваке меня бы уже поймали, так как это встречка. Опа, у нас раз. Красавчик вообще. Чё творишь, придурок? Ой. Ладно, чувак вроде добрый. Ладно, вали. Не буду я его застреливать. Он вроде доброжелательный. Не, на меня не стал гнать. Я, кстати, не помню. Я его чуть не убил. Я перед ним извинился. Мне нравится, как что-то... Конечно, денег на лечение. Смешно. Ладно, это играет школьник, которому скоро 1 сентября в школу. А мы едем до... Мы едем дальше. О, стоп. Сделает белый джип. Я думаю, там кто-то плохой сидит. Ё-моё! Ё-моё! Ай! Осторожно. Опа, этот чувак опасен. Такой быстрый, а? На-на. Я его пришпливлил. Будем заниматься с жесткими вещами. Ну, в принципе, это нормально. Учитывая, какой сервер, тем мы будем заниматься. Так, это байкер, собственно. То есть, как там, от Руссо еще не ушел? Ушел. Понятно. Сегодня лидерки не ждать. О, чувак, что-то ты как-то опасно ездишь. Ну стой. А вот это коп, кстати.
У меня только что решили правку, если кто еще не понял, что не есть ПРП. Я сейчас разбираюсь с ним. Я, в принципе, могу его убить, но это будет еще более не ПРП. Я отыграл, что я потерял сознание. Копу пофиг. Совершенно. Я делаю вид, что я без сознания лежу. Копу пофиг. Ну, в принципе. О, господи. Столько всего. У меня прав вообще никогда не решали, кстати говоря. Коп типа отыгрывает РП. Я говорю, что мне плохо. Я наврал, что у меня типа, ну, ПРП, то что... Так, я использую баг. Сделал вид, что... Это было умно. Да, вполне. Мне оставили скутер. Опа, он развернулся, он слышал мою речь. Ищем добрых жителей города. Понятно, это не добрые. Опа, бандиты приехали. Наконец-то коп очнулся. Видимо, баг был реально. На самом деле, походу, это не очень интересно смотреть, но в принципе... Я ему, короче, написал, если не видно чат, что не буду на него писать жалобу, хоть немножко РП отыгрывает. Посмотрим, кстати, сколько у него РП рейтинг. Угу. Поставим его плюс 5.
Так, ну мы походу разговорились по душам. Мне кажется, ищу новых друзей. Ну ладно. Наверное. Короче, что-то как-то сегодня не очень сложилось. Веселые, я вам скажу, впечатления. Веселые приключения, впечатления. Я уже язык заплетается, ну ладно. В общем, это была пробная такая часть моего геймплея Сампи. Я думаю, в ближайшее время будем просто с ним сейчас разговаривать, потом я получу права и выйду из Сампи. Вот, так что всем пока. Идите в серию.